Есть у меня находочка. Думал не показывать, но они поперли. Палычу очередной привет. Вот он. Что себе думаю, что-то меня терзают смутные сомнения по поводу этого поселения. Оно как бы тут есть, но... И у него просто невероятное везение. Выкопал динарик. Копал я сегодня, конечно, как всегда. Аукцион Vivality – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Vivality – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Vivality вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Vivality. Ссылки под видео в описании. Ребята, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Меня зовут Серега. Выехали мы покопаться на такую вот замечательную перепашечку. Ходим, ну, часа, наверное, полтора. Попадается сопутка. Есть у меня первая находочка. Сейчас вам покажу. Ходил сейчас в машину, забыл рации взять. Вон Тёмочка мне идет, сейчас дам ему рацию, потому что поле большое, перекрикиваться неудобно. Ребят, у кого есть рации, обязательно берите с собой на коп. Вот такая вот штука помогает, чтобы не доставать телефон, не звонить. Очень быстренько взял, связался. И все, все знают, где чего, какие находки и куда идти. И кто что нашел. Смотрите находочку. Находочка. Нашел я две пули, в общем, и вот вывалилась мне спиночка с фибулы. Вот такая вот. Первая находка по нужному нам периоду. Будем ходить. Трактор пашет поле, а мы ходим. Переезжать как бы есть куда, но пока не хочется. Поле нехоженое. Перепашка свежая. Надо ходить выхаживать. В общем, будем ходить выхаживать. Смотрите, не переключайтесь. Будут какие-то интересные находки, и вы все увидите. Друзья, иду к Артему. У него есть находочка. Сейчас посмотрим. О, фибулка. Доставай-ка. Ага. Прикольно. Такая патина красивая, да, Вострый? Тут, конечно, минерализация грунта просто жесть. У меня прибор с ума сходит. Такая равномерная патина. Красавчик. Динарики где? Ищем. Привет передашь? Всем привет. И Андрюха тоже. Всем привет. Кому всем? Копьева, там полиция ЗТ. Молодец. Идем дальше искать. Пашут трактора, друзья, поле, а мы ходим. Есть у меня находочка, сейчас я вам покажу. Перед тем, как показать находку, хочется передать привет группе Вайбере Копьюэй. Ребята, вам всем привет. Также группе Полесье ЗТ. Смотрим находочку. Находочка, друзья, не самая интересная, но тем не менее она есть. Одна копейка 34-го года.
ранние советы. Залившая, конечно. Немного смещен герб. Находка такая вот. Тёмыч нашел. Вот там вот он ходит. Тёмыч нашел бронзовые лунички кусочек. Ладно, идем дальше искать. Смотрите, не переключайтесь. Ходим мы, друзья, все по той же замечательной перепашечке. И есть у меня находочка. Взгляните-ка, какая здоровенная спинка с фибулы. Во, на пол руки. Било просто капец. Большая такая, массивная. Красота, красота. Ладно, берем находочку. Идем дальше копаться. Перепашка просто класс. И мы ходим здесь втроем. И больше нету никого. Вот это как бы и хорошо. Будем, в общем, выхаживать. Будем выхаживать, будут какие-то находки. Вы все увидите, смотрите, не переключайтесь. Хожу, друзья, я все по тому же паханому полю. И есть находочка. Конечно, не то, что мы ищем, но находочка. Палычу привет. Палыч, твои любимые советы, правда, уж очень-очень залипшие. Но ничего, дома отмочим, может, редкая какая-то. Вдруг денег бешеных стоит. Посмотрим года, разновидности и определим. Поле хорошее, надо ходить. Буду ходить, будут находки, вы все увидите, смотрите, не переключайтесь. Ветер, друзья, страшный, не знаю, как меня будет слышно. Есть у меня находочка, думал не показывать, но они поперли. Решил вам показать. Нашел я, в общем, сейчас фибулу и перед ней еще две. Сейчас посмотрите. Ветер. Так, взгляните, какой кусочек керамики сейчас вот нашел с точечками интересный. Тут полосочки. Всю интересную керамику забираю с собой. Видите, какие-то точки. Нашел вот, в общем, фибулку. И еще перед ней две. Лезет что-то потихоньку. Но динариков нету. Тёмыч нашел, кстати, леместного. Сейчас меня по рации вызывал. Нашел леместного динарика. Ходит он вот там вот за посадкой. Там, где я ходил чуть раньше. Сейчас я, наверное, туда вернусь. Похожу чуть-чуть здесь. Вот эти вот бугорки. Пройду. И вернусь туда. За посадку. Ладно, друзья, смотрите, не переключайтесь. Что-то найду, вы все увидите. Хожу я, друзья, все там же. Хочу обследовать вот эти вот бугорки. Сейчас я на одном из них хожу. Вот здесь вот есть керамика, фибулы попадаются. Вот туда хочу спуститься вниз, чуть-чуть там походить, за бугорком. Вот этот вот бугорочек хочу обходить. И вот он тянется вот так вот сюда вот. Есть у меня находочка. Палычу очередной привет. Уже какой сегодня. 3 копейки 32 года. Советина вывалилась. Вообще не глубоко лежала. И такая чистенькая относительно. В общем, продолжаем мы все разведку нашу. Мы тут были один раз в разведке, я не снимал, правда, потому что заехали поздно. И на этом месте, где я сейчас нахожусь, нашли керамику. Нашли керамику, и вот оно полезло. Будем, в общем, ходить. Тёмыч нашел леместный динарик, говорил уже вам. Подойду к нему, посмотрим, сниму. Ходим, в общем, ребята,
Смотрите. Обследую я, друзья, все те же бугорки. И вот, пожалуйста, керамика. Видите, такая вот была у них тоже толстая серая керамика. Сами лепили с глины, как смогли. Керамика есть. Второй кусочек здесь нашел. Но ее сейчас очень плохо видно, потому как свежая перепашка. Ее практически не видно. Пройдет дождь, усядется перепашка, повымывает керамику. Ну, в общем, то, что она есть, это уже хорошо. Хорошо, надо тут пошататься немного. Пойду пошатаюсь. Беда еще в чем, что я не вижу глины домовой. Домовых пятен, их практически не видно. Видел на всем поле два только. И все. Как-то оно тут раскидано. Я, знаете, что думаю, что тут, наверное, было поселение озерного типа, потому что бугорки, 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 и снизу как такие получаются, как озера внизу. Скорее всего, что это одно из таких поселений озерного типа. В общем, буду ходить. Буду ходить. Надо за что-то зацепиться. Динариков пока нету, фибулы лезут. А хочется же динариков. Ладно, смотрите, не переключайтесь, я дальше искать пошел. Хожу, друзья, все там же. Есть находочка с глубины ада. Я ее выкопал. Ну, почти со штыка, можно сказать. Ой, советы. Пауэрбанк есть? Да, есть пауэрбанк. А что у тебя? Bluetooth приблуда, разрядилась. Иду к машине, Тёмыч. Окей, давай, я тоже. У Тёмыча Bluetooth приблуда разрядилась. Находочка, Палычу очередной привет. Что ж такое, мы едем за динариками, а лезут советы. Так, как же эту серию назвать? Наверное, Палычу привет назову. Находочка, друзья, копеечка, 3 копейки. Иду к машине. Вот там в посадке наша машина стоит. Дам Тёмычу пауэрбанк. Пускай заряжает свою приблуду. А я пойду за посадкой там похожу. Что-то здесь одни советы лезут. Ладно, друзья, смотрите, не переключайтесь. Иду к машине, друзья. Надо Тёмычу дать пауэрбанк, чтобы он смог зарядить свою Bluetooth гарнитуру для наушников. В общем, пока иду, что себе думаю, что-то меня терзают смутные сомнения по поводу этого поселения. Оно как бы тут есть, но как-то с находками печально. Объяснение этому может быть два. Одно из них, что это было бедное поселение, на котором жили бедные люди. Керамики, кстати, очень мало. Просто, не знаю, может, ее не видно, но ее практически нет, в общем. Это первое объяснение. И второе объяснение — перепашка. Она местами хорошая. Вот посмотрите, если вам видно. А местами такие брылы валяются, что просто капец. И постоянно всем говорю, никто меня не слушает. Ну, те, кто слушают, те понимают, что, ребят, по грубой перепашке нету никакого абсолютно смысла ходить. Вообще нету. Потому как находок практически не будет. Нужно ждать, когда ее выровняют, закроют влагу, и тогда оно полезет. Никто не слушает, все ходят по грубой перепашке. Ну, не все, но многие. Ломают ноги, выворачивают. Что очень жаль. В общем,
ждите, пока выровняют. Все равно будут влагу закрывать. Все равно ее будут равнять в любом случае. В такие брылы никто садить пшеницу не будет. А как правило, будут садить вот в эти поля, которые убрали первыми. Их готовят под пшеницу. Ну, в общем, все, что хотел вам сказать. Так, где-то наша машина. Машину спрятали мы в посадке, дабы наши друзья, доблестные комрады, нас не увидели. Потому как место здесь не сильно знанное и не хочется его палить. Но у нас как, один увидел и все. Послезавтра здесь 20 человек. Поэтому мы чуть-чуть шифруемся. Такие дела, трудно идти по перепашке. Но что делать? Надо идти. Ладно, друзья, смотрите, не переключайтесь. Я иду давать Тёмычу пауэрбанк и продолжаем поиски. Я думаю, что еще какие-то находки должны быть. Будем утоптать это поле до вечера. Переезжать, честно говоря, пока не хочется. Трактора еще его допахивают, поэтому смысла переезжать я пока не вижу. Если уже вообще грустно будет, то туда, может быть, куда-то переедем. Ладно, друзья, смотрите, я пошел искать. Подошел, друзья, посмотреть Тёмыча динарик. Вот он, Лемесный Антонин Пий. Ну, он такой еще как бы ничего, я тебе скажу, как для лемесного. Да, отмоется будет, но... Ничего. Пока единственный динарик за сегодня. Будем искать. Да, Андрюха? Да-да. Трактор сейчас нам допашет тут пару полосочек, и мы тут походим, в общем. Вороны гоняют, хавают червяков по полю. Или динарики все наши. Или динарики наши уносят. Съели, блин, все. Ладно, смотрите, не переключайтесь, мы пошли искать. Друзья, смотрите, я хожу рядом с Тёмычем, и у него просто невероятное везение. Он выкопал динарик. Барышня. Барышня? О! С треской ямы поднял. Барышня сверху, да, лежал. Фаустина старшая. Дива Фаустина. Та ты шо? Только с ним шли и говорили, может переехать куда-то. Похоже, мы никуда не переезжаем. Да, класс, динарик, динаричек. Как его показать вам? Вот так вот. Чикс. Вкрутил.
Так. Красавчик. И сверху лежал, да? Да, пинпоинтер. Молодец, Тёмыч. Молодец. Я за тебя рад. Спасибо. Будем ходить искать. Идем. Трактора все ездят. Допахивают нам поселушку. Ну, нам там уже как бы и не надо, но в общем ездят. Ладно, идем дальше искать. Топчемся мы все там же. Это Тёмыч там копает ямку. Сигнальчик какой-то. У меня находочка есть. Вы взгляните. Спинка с фибулы. Залипшая капец. Минерализация здесь, конечно, на этом поле мрачная. Прибор просто сходит с ума. Но это не мешает нам искать. Иду вот на вот этот бугорочек, ребят. Хочу вот здесь вот походить. Тёмыч нашел два динарика. А я пока фибулы собираю. Вот такие вот дела. Жара просто капец. О, Андрюха пришел к нам. Что там, Андрюха? Пусто. Еще и аппарат глючит. Еще и аппарат глючит. Это минерализация тут страшная просто на поле. А. Артем динарик нашел. Так что надо ходить, друзья. Идем дальше искать, смотрите. Прошло минут 5, друзья, и у меня находочка. И что бы вы могли подумать? Фибула очередная. Блин, я уже сегодня пластики накопал. Ну просто капец. Очередная фибула. Динарика хочется. Что ж такое? Что ж такое, где ж динарики? Зелененькая такая. А, ветер мешает. Зелененькая такая, красивенькая. Жалко, что не целая. Интересно мне все равно, как они там эти плащи застегивали. Или что там у них было. Полотенца. Простыни. Прикиньте, делали ее там 2000 лет назад, эту фибулу. Был какой-то мастер фибульных дел. Сидел там, это все отливал, точил, закручивал. Иголочки делал. Прикольно. Прикасаешься постоянно к истории такой, находишь. Очень прикольно. Вообще поиск прикольная штука. Никогда не знаешь, что найдешь. Вот такие вот дела. Ладно. Идем дальше искать, друзья. Смотрите, не переключайтесь. Переехали мы все-таки, друзья, на другое поле. Ходим вот так вот. Это Андрюха. Динарики копает. Есть у меня находочка. Смотрите. Фибулка выпала. Спиночка. Красивенькая. Согнутая немножко, но ничего. Находочка. Я сегодня фибул накопал, жменю. Только динариков нет. Печалька. Ладно, будем ходить. Будем ходить. Поле закрыли влагу. Ровненькое, классненькое. В общем, бум. Будем что-то искать. Солнце еще у нас высоко достаточно. Поэтому мы походим. Ладно, друзья, смотрите, не переключайтесь. Я пошел дальше искать. Андрюха нашел средневековую монету. Говорит, там рыцарь на коне. Сейчас подойдем к нему попозже чуть-чуть. Посмотрим. Покажешь? Иди, я тебе скажу. О, сейчас придет, посмотрим, что он там нашел. И я вам свои находки покажу. Чикс, идти тебе еще, Андрюха. Трохи идти. О,
Сейчас посмотрим, что он там нашел. А ну показывай. Я думаю, что это двудинарий. А, прикольная. Вот это сейчас фокус словим. Блин, не видно ничего. О. Слушай, классная. 567 год. Какой-то август. Прикольная. Где там этот рыцарь на коне? Я что-то похожее находил. Какой-то грош средневековый. Я точно не помню. Держи, красавчик. Встань, возьми вот так вот, я тебя сфоткаю. У меня руки от того отдергаются. Не нервничай, все. Прикольная монета, Тёмыч. Средневековая, что-то такое, похоже на полторак или грош. Тёмыч фибулу нашел. Так, ладно, друзья, будем говорить до свидания. Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш сегодняшний коп. Сейчас я вам находочки свои покажу. Так, друзья, находочки. Накопал я сегодня, конечно, как всегда. Как не всегда, вернее. 4 пули на персток. Я вам половину не показывал, потому что хотел, ждал динарика. Целую кучу металлопластики. Наконечничек вот такой вот. Скиллский. Остренький, классный. В общем, и целая куча советов. Палычу привет. В общем, трешки, пятерки, единички, двоечки. Ну, я вам скажу, за целый день нормально нарыл. Жалко, что нет динариков. У Тёмыча их 2. Так что вот такие вот у нас сегодня находочки, друзья. Что хочется сказать, друзья. Кому понравилось видео, ставьте жирные лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Будут у нас еще экспедиции. Еще увидимся. До новых встреч, ребята. Всем удачи. Всем пока.